Виначерпи и Хлебодар оба согрешили перед фараоном. Однако эта история заканчивается тем, что одного отпустили на свободу, второго казнили. 1491 году нашей эры, говорят, была написана книга «Бытие». Естественно, эта история произошла до того, как было написано «Бытие». Потому что книгу «Бытие» написал Моисей после того, как израильтяне вышли из Египта. В Египте израильтяне прожили 430 лет. А Иосиф растолковал сон виночерпи Хлебодара до того, как израильтяне вошли в Египет. Виночерпий забыл этот случай. Спустя два года фараона приснился сон, который растолковал Йосиф, и он стал правителем. Фараон поставил Йосифа правителем Египта. И спустя два года он призвал братьев. Он разъяснил сон фараона. Прошло четыре года. Братья израильтяне вошли в Египет. Израильтяне прожили 430 лет в Египте. И когда израильтяне вышли из Египта, в тот год Моисей написал книгу «Бытие». Получается, два года после того, как он изъяснил сон, потом прошло два года, как он разъяснил сон фараону. Это было 434 года тому назад. Получается, нужно тогда осчитать от 1491 года. Книги, которые было написана, история, которая была 434 года тому назад, в то время не знали имя Иисус и не знали, что Иисус придет. Однако тысячи лет тому назад уже говорилось, что Иисус придет. Виночерпи и Хлебодар оба согрешили перед фараоном. Как Виночерпи смог спастись, а Хлебодар почему умер? Их мысли полностью отличались. В книге Евангелия от Матфея, Иисус Христос перед тем, как пойти на крест, Раздавая хлеб, он сказал, что это есть тело мое. Давал ученикам вино и говорил, пейте. Это кровь моя, которая проливается за вас. Это стало традицией, поэтому мы принимаем сегодня вино и хлеб. принимается в память тела Иисуса Христа, а вино символизирует кровь Иисуса, которая была пролита на кресте. Намного ранее, в Бытие, в 40 главе Бог говорит о хлебе и вине, и очень важный момент в этой истории заключается в том, что они оба были рабами царя. Оба согрешили перед фараоном и их посадили в темницу они увидели сон, и виночерпия Иосиф сказал, что фараон вернет ему должность. А хлебодару он сказал, что через три дня ты будешь повешен. Я прочитал историю, как Иосиф истолковал сон этих двух людей. Однако я не мог понять, Откуда же Юсиф мог понять, что через три дня виночерпию вернут его должность? И наоборот, как Хлебодару он понял, что через три дня он будет казнен? Я хотел найти ответ на эти вопросы в Библии. Сначала мне было непонятно. Когда я много раз прочитал Библию, Бог открыл, что Он заранее нам рассказывает, что Иисус Христос умрет за нас. Два человека служили фараону. Оба согрешили. Оба оказались в темнице. Но одному сказали, что ты будешь жить. Второму сказали, что ты погибнешь. Господь Бог помиловал меня и он открыл, что значит эта история. Сначала я не знал, почему же так различается. Но сегодня очень многие люди ходят в церковь. И самая серьезная проблема ⁇ это вопрос греха. Обытейь 40 глава очень ясно рассказывает нам, как мы можем получить прощение грехов. Большинство людей не знают о прощении грехов, поэтому они не имеют ясности в спасении. Из них нет ни одного человека, который бы не знал, что Иисус умер за наш грех. Однако практически нет людей, которые бы, услышав эти слова, поверили, что у них нет греха. Первый день, когда мы жили в деревне Падон, первую же ночь мы надышались газа. Мы были уставшими, потому что переехали в тот день. Мы погрузились в глубокий сон. Самая прекрасная дочь, моя Инсук, она начала ночью плакать. Я проснулся. Я сказал моей супруге, дорогая, почему ребенок плачет? Она сказала, я не знаю, но она просто плачет. Она постучала по ребенку, ребенок уснул. Потом прошло примерно час. Дочка начала снова плакать. На второй раз мне стало уже неприятно. Спросил, почему наш ребенок плачет? Жена сказала, я не знаю. Я сказал, включите свет. Мы включили свет, но ничего не было. Когда включили свет, моя супруга сказала, что хочет пойти в уборную, и она открыла дверь. В то время мы жили в доме, где была общая кухня, поэтому, когда мы открыли дверь из комнаты, тогда холодный ветер вошел в комнату. И вдруг моя супруга упала без сознания. Подобное происходит, когда человек дышит газом, выделяемым из брикетов. Я понял, мы надышались газом из брикетов. Знаете, моя дочь, мой сын, они очень много сделали в моей жизни. Если бы в тот день моя дочь не плакала, тогда на следующий день мы бы все были бы мертвыми. Я должен был вынести дочь, но я подумал, что если я возьму ее на руки, я могу тоже потерять сознание, поэтому протолкал ее к двери. Затем я закричал, «Пожалуйста, кто-нибудь, помогите!» И наши соседи, услышав нас, прибежали к нам спросили, что случилось. Я сказал, мы надышались газа, выделяемые из прикетов. Они все очень сильно испугались. До сих пор, когда я вспоминаю, у меня есть благодарное сердце. Потому что в те годы многие люди умирали ночью. Поскольку этот дом был до нашего приезда пустым, мы ни о чем не думая легли спать. Соседи же, услышав нас, прибежали, и они расстелили отдела во дворе, и мы легли там. Они многим помогли нам в тот день. Затем, когда узнали, что я пастор, они еще раз удивились. На следующий день я передавал им Евангелие, и вся семья получила спасение. Каждый день мы могли проводить в счастье и радости. Спустя несколько дней пришел пастор их церкви и спросил у них, почему вы не ходите к нам в церковь. Они сказали, вот у нас рядом живет пастор, и мы от него получили прощение грехов. То он спросил, у вас тогда нет греха? Они ответили, да, у нас нет греха. Когда он сказал, «Ну как, в Библии же написано, что нет праведного ни одного». «Ну как вы можете сказать, что вы праведники?» Тогда они пришли ко мне в комнату. Я сказал, «Заходите». Мне было тогда всего лишь 30 чем-то лет, а пастор было 60 с чем-то. Еще пресс-виктор, и четыре человека вошли ко мне. Я им в сыновья гожусь, поэтому они начали говорить со мной на «ты». У тебя что, нет греха? Я спросил, пастор, а вы молитесь, чтобы Бог просил ваши грехи? Он сказал, конечно, нужно же просить Бога, чтобы Он просил наши грехи. Тогда мне нечего было ему сказать. Потом я сказал, Пастор, скажите, пожалуйста, тот, который молится, чтобы Бог простил его грехи, он получил прощение грехов или нет? Это он сказал, что, что? Чего не мог сказать мне? Пастор, если вы просите, чтобы Бог простил ваши грехи, это разве не доказательство того, что у вас есть грех? Он не мог ответить мне. Я спросил, пастор, если человек не получил прощения грехов, он может ли получить Духа Святого? Он сказал, что, что? Затем я спросил, пастор, а без Духа Святого можно ли понимать Библию? А если вы не понимаете Библию, как вы можете вести служение? Так закончилась наша встреча. Эта история не к смеху. Потому что сегодня многие пастора просят, чтобы Бог просил их грехи. Если вы посмотрите 1 Яна, написано, если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, просит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если вы посмотрите эту историю, Здесь написано, если исповедуем грехи наши, то Он просит нам наши грехи. И может быть показаться, что исповедью прощается наш грех. Всегда мы должны в Библии знать не только одну сторону. Если бы нашей исповедью мы бы могли получить прощение грехов, Тогда нет ни одной причины, по которому Иисус должен был умирать на кресте. Зачем ему умирать, если мы можем изповедью очистить наш грех? И второе. Грех омывается независимо от наших дел. Если мы могли бы что-то сделать, тогда Иисусу не нужно было прийти на землю. Первое послание, я на первой главе девятом стихе написано: если исповедуем грехи наши, то Он больше верен и праведен, просит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И действительно, может быть, показаться, что исповедью можно очистить грех, но это не так. Ни в коем случае нельзя смотреть только на одну часть Библии. Если бы и нашими исповедью можно было очистить наш грех? Но действительно нет ни одной причины, по которому Иисус должен умереть на кресте. Но что важно? Ну, раз я читал Библию для того, чтобы найти ответ на этот вопрос. Когда я прочитал книгу Левит 4 главу о приношении за грех, я смог получить ответ. Я смог получить большую милость через книгу Левит, когда узнал о жертве за грех. Я хотел найти в Библии ответ, как я могу очиститься от греха. Кто-то говорит, я начал говорить на иных языках, и так я получил прощение грехов. И кто-то принял огонь, говорит. Кто-то постился, говорит. Было очень много разных историй, но это истории людей. Мне было интересно, а в Библии как написано? Мне хотелось узнать по Библии, мне хотелось узнать, как можно получить прощение грехов, чтобы передать ясно братьям и сестрам. Шестьдесят втором году я ясно понял, что мои грехи уже были прощены Иисуса. Я поверил в это и получил прощение грехов. Однако этого было недостаточно, поэтому я хотел узнать поглубже Библию. Когда я читал Библию, мне хотелось будучи пастором ясно узнать, как по Библии можно получить прощение грехов. Поэтому я начал читать Библию раз, два, много раз. Начиная от бытия до откровения, десятки раз я прочитал полностью Библию. И многие вещи я пропускал мимо себя. Однажды в 4 главе книги Левит я обратил на жертву за грех. Я понял, каким образом приносили жертву за грех в Ветхом Завете. В книге Левит 4 главе есть четыре способа жертвы за грех. Первое, когда согрешил священник. Второе, жертва, когда согрешил весь народ. Третье, когда старейшина согрешил. И четвертое, когда кто-то из народа согрешил. Есть четыре вида. Поскольку я был одним из народа, Я начал подробно читать, как приносили жертву, когда кто из народа с земли согрешит. В 4 главе книги Левит, 27 стихе написано. Если же кто из народа с земли согрешит по ошибке сделать что-нибудь против заповеди Господней, чего не надлежало делать, и виновен будет. 7, 28 стих. То когда узнан будет им грех? очень важный момент. Как мы можем получить прощение грехов? Нужно иметь условия, которые необходимы для прощения грехов. Даже если вы хотите получить прощение грехов, но человек, который не согрешил, не сможет получить прощение грехов. Второй, даже если человек согрешил, если он не узнает, что согрешил, он не может получить прощение грехов. Когда человек согрешил и когда узнал о своем грехе, тогда у него появляются условия, необходимые для прощения грехов. Человек, который не согрешил, или человек, который не узнал свой грех, он не будет приносить жертву. Здесь написано, приведет козу без порока. Почему? Потому что возместить за грех смерть. В книге Левит 17 главе 11 стихе написано, потому что душа тела в крови. Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь вся душу очищает. Здесь написано, кровь очищает душу. В Евреям 9 главе 22 стихе написано, Да и все почти по закону очищается кровью. Без пролития крови не бывает прощения. 22 стих. Здесь написано, без пролития крови не бывает прощения. Не исповедью мы очищаем свой грех. Не добрыми делами, не жертвой. Хотя я согрешил, но когда я узнаю, что я согрешил, когда я узнал, что я согрешил, только тогда появляются условия, необходимые для прощения грехов. Первая на первой главе написано, «Если исповедуем наши грехи, то Он, будучи верен праведен, просить нам грехи наши». Когда мы читаем только на этот стих, кажется, что исповедью очищается наш грех. В девятом стихе написано, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, просит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Но если вы посмотрите первую главу, седьмой стих, Написано, «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Когда учитывается кровь Иисуса Христа, тогда, хотя мы согрешили, мы должны узнать свой грех, поскольку Иисус получил наказание за нас, веруя, что Иисус очистил наш грех, мы получаем прощение грехов. Но когда многие люди не смотрят на эту вещь, 9 стих, они думают, что исповедь очищает наш грех. Однако не исповедь очищается наш грех. А потому что Иисус умер за нас. Поэтому мы, после того, как согрешили, мы исповедуем, что мы согрешили, и мы получаем кровь Иисуса Христа, прощения грехов. Но люди думают, что исповедью очищается грех. Сегодня многие люди исповедуют свой грех, в то же время продолжают согрешать. Поэтому они считают себя грешником. Прошедшие в апреле и мае, в Корее очень сильно распространялся коронавирус. Многие люди умерли в стране. В некоторых странах просто не знали, что делать с трупами. Настолько многие люди умерли. Слава Богу, в Корейше не было так серьезно. Погибло небольшое число людей от коронавируса, Настолько многие люди погибли, что просто не знали, куда деть трупы. Тогда люди почувствовали страх перед смертью. Самая большая проблема, когда люди, которые ходят в церковь, они задумались, смогут ли они попасть в Царство Небесное, если умрут. Их начала мучить совесть, что они не жертвовали десятину. Или их мучило то, что они пропустили собрание. Или то, что они обманывали. То, что они воровали, и начало их мучить. Их начало мучить то, что они прелюбодействовали. Или то, что они сделали аборт. Многие люди заполнились страхом. Я же получил особую милость перед Богом. В 1962 году я получил прощение грехов. Читая Библию, я ясно понял, как мои грехи были прощены, и я твердо поверил в это слово. Видя, как люди умирают, трупы стоят, каждый человек может умереть. В 2011 году я встретился с президентом Ганы. В то время мы общались с ним где-то полтора или два часа. Господин президент Джон Атамирс, это был очень чистый человек. Он был тем, кто любит Иисуса. Он сказал мне, «Мой врач долгое время лечит меня, но мое состояние не улучшается, только ухудшается. Мне кажется, я скоро умру. Я больше не смогу прожить». Мне кажется, максимум мне осталось пять дней. Но у меня есть серьезный вопрос. Я спросил, какой у вас есть вопрос? Меня признает как самого верующего президента Ганы. Я практически участвовал на собраниях каждое воскресенье. Однако и у меня есть грех. Я не получил прощения грехов. Я не получил прощения грехов, поэтому если я умру. Мне кажется, я не смогу попасть в Царство Небесное. Мы с ней встретились впервые. Он совсем не знал, кто такой пастор Оксупак. Его супруга участвовала в нашем мероприятии, чтобы передать слова поздравления. И она услышала мое слово. Тогда она попросила, чтобы я приехал и встретился с президентом. Так мы встретились с президентом. Они очень тепло приняли меня. Первая леди рассказывала мне о дворце президента, о том, что это было раньше рынком для рабов. Она говорила, что многие жители Африки были в заключении здесь, и потом были проданы в Америку, но потом поменяли и сделали резиденцию президента. Президент находился при смерти. Этого человека многие уважали и верили, что у него есть хорошая вера в Бога. Однако у самого президента не было веры перед смертью. Знаете, от чего грустно? Это то, что сегодня у многих христиан происходит подобное. Когда они усердно молятся, проповедуют, у них есть вера. Но нет ни одного человека, который бы не согрешал. И поэтому они не знают, что делать со грехом. Есть женщины, которые страдают из-за того, что они в своей жизни сделали аборт. Они стали беременными, поэтому были вынуждены сделать аборт. Но поскольку это есть убийство, есть многие люди, которые страдают из-за этого. Многие люди из-за того, что согрешили, хотя они ходят в церковь, участвуют на собрании, молятся, но находятся в страдании. но в прошедшем мае в стране, где многие люди умирали из-за болезни, мне хотелось передать Евангелие людям, которые находятся при смерти. На протяжении 11 раз я передавал слово по 90 минут, Господь Бог помиловал, что вы через телерадиокомпании это слово передавалось по всему миру. Я был удивлен. Потому что когда транслировалась проповедь, когда транслировали это слово в Бразилии по телевизору, за короткое время, Написали пять тысяч комментариев. Сотрудники телевидения были в изумлении. Они сказали: мы транслировали много разных программ. Но столько было много комментариев, что чуть система не зависла. Знаете, мне хотелось плакать. Потому что люди, которые страдали из-за греха, написали комментарии очень кратко, как они получили спасение. Телевидение в Бразилии было в изумлении. Они задались вопросом, кто же такой пастор Уксупак? Что это за пастор такой? Они собрали журналистов и провели пресс-конференцию. Телевидение Хейдж Бразил отправило приглашение 99 представителям СМИ. И также мы транслировали дальше нашу программу. Я был благодарен. Потому что многие люди, которые страдали перед смертью из-за греха, получили прощение грехов. Бог использовал такого немощного, как я. Я был очень сильно впечатлен, что Бог использует меня. Сейчас они приглашают, чтобы я приехал к ним. Я сказал, как только ситуация, связанная с коронавирусом, урегулируется, я посещу их. Потому что многие люди, многие служители получили спасение. Для того, чтобы тренировать служителей, мы в Америке открыли онлайн-теологический институт. За неделю зарегистрировалось тысяча человек. Сейчас транслируется на английском и на испанском языке. Мы в будущем хотим учить на шести языках, поэтому сейчас идет процесс перевода. И мы думаем, что около 10 тысяч будут учиться в нашем институте. Очень подробно мы хотим рассказать о упрощении грехов и о жизни верующего. И мы хотим учить, как нужно проповедовать Евангелие. Вчера один председатель Деноминации Африки брал у меня интервью. Он сказал, мы будем теперь принимать выпускников вашего колледжа. И своим служителям сказал, чтобы они учились в нашем колледже. И в Индии также многие служители хотят учиться у нас. Знаете, что важно? Очень жалко то, что хотя в Библии очень ясно написано, как кровью Иисуса Христа мы получаем прощение и грехов, Джон Уэсли, Мартин Лютер, они ясно проповедовали о спасении, и многие люди получали спасение. Но сатана не отпускал руки. Сделал, что Евангелие стало смутным. Джон Уэсли, когда открыли новый континент, Джон Уэсли поехал миссионером в Америку. Он провалил свое служение и из болезни вернулся в Англию. Однажды на улице Алвейсгейт он услышал пение и вошел в церковь. Без силы он сел в последних рядах. И один человек читал пробуйте Мартина Лютера по книге послания к Римлянам». И тогда Джон Уэсли понял, что его грехи прощены. С того момента Джон Уэсли начал проповедовать Евангелие. Он был пастором. Но из-за того, что он проповедовал Евангелие, его выгнали из всех церквей. Джона Уэсли прозвали проповедником на коне проповедников в тюрьмах. Он ездил на лошади. Когда встречал двоих, передавал им Евангелие. Встречал троих, тоже передавал Евангелие. Он ясно проповедовал, что кровью Иисуса Христа мы получаем прощение грехов. Джон Уэсли, он был активным перед Господом Богом. И открыли методистскую церковь, посвященную ему. Но прошло немного времени, и Евангелие стало снова смутным. Обращаются многие к первому пасхальяну и говорят, что исповедью очищается наш грех. Господь Бог через 40 главу книги Бытие за 2000 лет до пришествия Иисуса уже говорит нам Евангелие. Виночерпий тоже согрешил. Во сне он видел виноградную лозу, которая дала плоды, и когда виноград созрел, Он выдавил сок и подал в руки фараону. Будучи грешниками, с чем мы должны пойти к Господу Богу? Нам нужно взять кровь Иисуса Христа. Бог увидит эту кровь. А это кровь, которую пролил Иисус Христос, чтобы спасти меня. Если Иисус умер за меня, значит, мои грехи прощены. Разве не так? Вот что нужно. Бог, увидев это, отпустил виночерпие. А хлебодар... Во время причастия мы принимаем хлеб и вино, где вино символизирует кровь, а Хлеб символизирует тело Иисуса Христа. У него было три корзины с хлебом. Иосиф сказал, три корзины символизируют три дня. Через три дня Виночерпия повесили, и птицы клевали его. Почему? Почему сон Хлебодара был разъяснен именно так? Было три корзины с хлебом. Три корзины Символизирует три дня. Нужно встать перед фараоном через кровь Иисуса Христа. Но кого символизирует хлебодар? того, который не смотрит на Иисуса Христа, который отдал свое тело за нас, которому кажется, что этого недостаточно, который считает, что он должен что-то добавить. И в самой верхней корзине он положил разные блюда для фараона. На корзиной он положил всякую пищу фараона. Достаточно того, что Иисус умер за нас. Нам же, хотя Иисус умер на кресте, мы часто кладем наши дела, мы считаем, что мы должны что-то сделать. Сегодня многие люди живут духовную жизнью, которая подобна этому хлебодару. Нам ничего не нужно сделать, чтобы получить прощение грехов. Мы должны осознать свой грех. И поверить сердцем, что Иисус очистил наш грех, этого достаточно. Мы же начинаем думать, что нам надо что-то сделать. «Я 40 дней постился». О, очень хорошо. Я не думаю, что многие из вас постились 40 дней. Я говорю, моя дорогая, я пойду помолюсь. Я говорю, я буду молиться неделю. И буду поститься, и ухожу. Проходит три дня, я настолько голодный и много работы. Я говорю: ладно, все, хватит молиться, пойдем. И возвращаюсь домой. Жена говорит: почему ты так рано пришел? Говорит, много дел, поэтому пришел. Она говорит, я так и знала. Даже неделю поститься сложно. Кто-то пришел, чтобы поститься неделю. Потом я начинаю думать: так много работы, и не время поститься. Тем более, еще ты голодный. Часто было такое. Я тот, который плохо постится. Конечно, несколько раз я постился. То, что люди постятся 40 дней, это великолепно. Они сделали большое дело, что постились 40 дней. Но это хуже, чем крест Иисуса Христа всю жизнь заботился о сиротах. Но это меньше, чем крест Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа пройдет на кресте. Его тело мы должны ставить выше всего. А над этим люди почему-то кладут это вниз и кладут вверх свои хорошие дела. То, что они посели 40 дней, то, что они заботились о сиротах, Они кладут это над корзиной и считают, что Бог, посмотрев на это, примет нас в рай. Если мы не знаем истинного значения бытия 40 главы, совершив какое-то зло перед Богом, нам кажется, что-то нам нужно сделать. И часто мы идем к Богу, поставив наши дела впереди. Однако такие люди все погибнут. Многие церкви сегодня обмануты дьяволом. Поэтому не верят, что кровью Иисуса Христа и телом Иисуса Христа мы получили спасение. Нам кажется, что этого недостаточно. Поэтому нужно молиться, нужно добавить что-то, сделать добрый дел. Многие люди думают, что нужно что-то добавить к этому. Но такая духовная жизнь является жизнью хлеба дара. Господь Бог увидит. Бог помиловал, что 276 лет радиокомпании транслировали мои проповеди, которые я передавал во время семинара. Более одного миллиарда человек слушали мои проповеди. И большинство людей, которые слушали Мое Слово, получили прощение грехов. В последнее время, знаете, я не в себе. Я спрашиваю Бога, «Бог, как ты мог использовать такого, как я, ради таких больших дел? Как я могу заниматься этим драгоценным делом?» Я благодарен Господу Богу еще раз, еще раз. Чем больше я размышляю об этом, мое сердце наполняется восхищением. На прошедшей неделе я встретил многих высокопоставленных людей из-за границы. Встречался с экс-президентами, с министрами. Я общался с многими политиками. В этот раз также встречался с многими пасторами. Десятки служителей собрались и общались. Есть единственное, о чем я могу им говорить. Как кровь Иисуса Христа освободила меня от греха. Кроме этого, нет никакого другого Евангелия, который может дать покой нашим сердцам. То, что вы трудились перед Богом, это правда. То, что вы жертвовали, хотя были трудные условия, это тоже правда. Вы, рискуя жизнью, служили Богу. Во имя Иисуса Христа были гонения, это тоже правда. Но это ничто. Может, кому-то обидно. По сравнению с кровью Иисуса Христа, это ничто. Мы должны восхвалять кровь Иисуса Христа. кровь Иисуса очищает наш грех. Однако во многих церквях сегодня, к сожалению, дела находятся выше, чем кровь Иисуса Христа, чтобы получить спасение. Мы должны смотреть на кровь Иисуса Христа и на Его тело и верить, что Его кровью и телом мы получили спасение. Но сегодня многие люди хотят получить спасение через свои хорошие дела. Согрешили. Поэтому считают, что нужно сделать что-то хорошо. Но это не так. Это неправильно. Потому что мы нашими делами не можем даже очистить каплю наших грехов. Всем сердцем трудитесь ради Христа. Поскольку Он спас нас, поэтому мы должны это делать с благодарным сердцем. Но сегодня люди делают это не от благодарного сердца. Они считают, что нужно исполнять воскресенье, чтобы попасть в рай. Они считают, что нужно трудиться, чтобы войти в рай. Им кажется, что нужны добрые дела. Это есть самое большое зло перед Богом. Это есть положить всякую пищу над корзинами с хлебом, чтобы получить спасение. Практически нет людей, которые бы смотрели бы и только на кровь Иисуса. Нужно делать добрые дела, нужно думать хорошо, нужно жить хорошей жизнью, Многие люди думают, что нужно что-то сделать, чтобы попасть в рай. После моей смерти... Конечно, я не знаю, какое время настанет. Дьявол разрушает Евангелие и делает, чтобы люди обращались на дела. О, этот пресвитер столько благодати получил. А этот пастор такой духовный. У него такая хорошая вера. Но кроме крови Иисуса Христа ничто не нужно. Чтобы мы получили прощение грехов, крови Иисуса Христа предостаточно. Через сон виночерпи и хлебодара за тысячи лет до нашей эры За несколько тысяч лет до рождения Иисуса Он показал эту историю О том, что есть хлебодар и виночерпи Виночерпи ничего не сделал Просто взял вино и пошел к фараону Господи, я совершил большой грех. Но кровь Иисуса Христа ведь очистила мой грех. Я свидетельствую, что кровь Его омыла мои грехи. И Иосиф сказал, что через три дня фараон восстановит тебя. Лебадар имел три корзины хлеба расчет, что значит тело Иисуса Христа. Бог говорит: Смотри на тело Иисуса Христа, которое умерло вместо тебя. Он умер за тебя и все решил. Однако, поскольку не верит в это, кажется, что-то мне надо добавить. Что-то хорошее нужно сделать. Знаете, что важно? Ничего не нужно сделать, чтобы получить прощение грехов. Крови Иисуса Христа предостаточно. Неважно, какой вы грех совершили. Неважно, какое зло вы совершили. Неважно, какая грязь есть у вас. Кровь Христа совершенным образом очистила. Но когда мы смотрим на наши дела, поскольку нет стандартов, которые может определить наши поступки, поэтому каждый человек со своим стандартом считает, что нужно сделать доброе дело, чтобы попасть в Царство Небесное. Но это учение самое противное для Бога. Многие люди говорят, что вину мне может смыть, он не что лишь кровь Иисуса. Но они думали, что кровь Иисуса Христа не очистила их грех. Они называют себя грешниками. Представляете, как жалко Богу слышать подобные слова. Он говорит, нет, я очистил твой грех. Кровью Христа, я очистил твой грех, ты совершенный, ты чист, но из-за того, что я проповедую об этом, люди называют меня еретиком. Через бытие церковной главы мы можем увидеть, что все ваши грехи были сделаны не делами, а было основано на благодати Иисуса. Даже если вы ничего не сделали, даже если вы не постились, веры в то, что Иисус Христос очистил ваш грех, достаточно. Но кто-то думает, я 40 дней постился, заботился о сиротах, помогал. Но все это хуже, чем кровь Иисуса. Даже если я дам свою жизнь, этого будет мало, чем кровь Иисуса Христа. Многим людям, которые страдают из-за коронавируса, Бог помиловал, что я передавал, как кровь Иисуса Христа очистила нас. И люди уверовали в это. Я желаю, чтобы во всех странах люди получили спасение. У нас есть 72 регионов. И во время летней конференции пригласили по 100 человек в каждом регионе. Я желаю, чтобы наши братья и сестры тоже жили ради Евангелия. Мы можем ясно сказать перед Богом, что Христа Иисуса Христа предостаточно, чтобы мы получили спасение. Неважно, какое зло мы совершили, по какой грех мы совершили, вера в то, что кровь Иисуса Христа все очистила, нет веры больше этого. Я получил прощение грехов. Я изучал в Библии все вопросы, связанные с прощением грехов. И я проповедовал это слово. И в будущем буду говорить это слово. Я благодарен перед Господом Богом за то, что хотя мы ничего не сделали, только кровью Иисуса Христа. Бог очистил наш грех. Я славлю Господа Бога и возвышу Ему благодарность. Давайте вместе будем проповедовать это Евангелие, что кровью Иисуса Христа мы получаем спасение. Спасибо.